бизнес – это мечта или способ ее достижения? Это мечта, которая может стать реальностью. Приняла решение попрощаться с предыдущим местом работы. Это было жутко страшно делать-то шаг куда-то в неизвестность. Но я просто ушла. Просто сожгла все мосты и ушла в никуда. Я сама человек творческий. Я вяжу, занимаюсь декупажем, скраббукингом. Зашла в интернет, случайно увидела объявление о продаже студии товаров для творчества. Но я подумала, готова рискнуть. Я стала заниматься развитием вот этого направления как хозяйка. И с тех пор «Мечтай, твори» – это возможность что-то сотворять своими руками, строить. Это эмоции, которые ты получаешь в результате всего этого процесса. Это жизнь, по сути. Началась работа. Продавец сама, СММ сама, закупщик сама, бухгалтер сама. Эйфория очень быстро прошла. Пришло понимание, что вот тех вложений первоначальных их недостаточно, поскольку ассортимент в наличии товаров, он был очень ограничен. Пошли очередные вложения. Я взяла кредит, не побоялась. Первый месяц с оборотов 20 тысяч рублей сделали оборот 60 тысяч. И это был колоссальный скачок. На текущий момент мы вышли уже на 100-120 тысяч. Новые клиенты, средний чек растет. Это вдохновляет. И несмотря на какие-то сложности, есть перспектива и, соответственно, желание расти дальше. Бизнес – это не только то, что продал-купил. Это помощь другому человеку в том, чтобы закрыть какое-то его желание. Это здорово, это постоянно заставляет тебя быть в драйве, вот в этом потоке. То есть, если ты хочешь результата, ты будешь к нему стремиться. Ты тоже можешь. Чтобы одеть маленькую Африканскую республику, думаю, нужно будет побольше ниток. Всех этих километражей, думаю, что не хватит. Но основательную часть мы оденем.